все очень просто. Мы проносимся глубоко под землей, минуя перекрестки, светофоры, под площадями и улицами, под вокзалами и заводами, под Москва-рекой. И даже не задумываемся над этим. Мы привыкли к нашему метро, и эти подземные станции уже кажутся естественным продолжением московских улиц. Как будто они были всегда. А ведь его когда-то действительно не было, нашего метро. Вот шахты 18, давайте сюда. Давайте подходите, собирайтесь. Здравствуйте. 18. Шахта 18, подойди сюда. 11 и 12. Этот 18. Я еще молодой. Хочу целоваться. Я хочу целоваться. А что ты плачешь? Ты сердце молодая осталась. Сюда. Вот приятно видеть вас. Всех. И самому приятно быть. Да, всего-навсего 40 лет. Ну, не было, немного. А так, хоть и редко встречаемся, я смотрю, не так уж особенно вы стареете. Если покраситься, совсем будет хорошо. Тогда не будет доверия. Молодец, метростроевец не должен стареть, да? Много так и остались молодыми в нашем понятии. На фронте погибли. Фамилии погибли. А голода по Проценко Андрей, Иван Демышев, вы так убили. Много, может быть, товарищей. Там много у нас погибло людей. 40 лет, разве это много для нашей жизни, да? Еще 40 лет. Мы всего на 10 лет моложе советской власти. Конечно. А уж сколько мы успели, уже сделать? Внимание! Перекличка! Станции Сокольники! Строители станции, прошу, подойди сюда! Сокольники, выходите сюда! Красносельская есть! Проходите сюда, прошу! Первый зачем? Комсомольская! Есть Комсомольская! Остается! Поднимайте руки, товарищи, кто Комсомольская! Следующая станция Лермонтовской, Красные ворота! О, больше всех! В сторонку туда проходите. Станция Кировская, 18Б. Хорошо, сюда. Станция Дзержинская. Подходите, товарищи, сюда, в стороночку здесь. Станция Охотный ряд. А, давайте сюда остановиться. Охотный ряд. Станция Библиотека Ленина. Сейчас, Библиотека Ленина. Прошу здесь тогда остановиться. Станция Кропоткинская. Есть. Один, хорошо. Станция Парк Культуры. Так, товарищи, сейчас мы садимся в следующий поезд и едем с вами до станции Парк Культуры. Само слово метро и метрострой, это для меня просто священный на всю жизнь. Там такой был заряд всегда. Такое всегда было настроение. Откровенно говоря, я идти на метрострой боялся. Поднялись мы на эстакаду, в клеть, и он моргнул с ветерком. И я точно провалился сквозь землю, понимаете? Как камень летели туда. У меня аж подперло все. Выходим на рудничном дворе, он смеется. Ну как? Ну ничего, хоть боевое крещение принял. И вот мы с ним пошли. Там идет светопредставление. Человек на человеке, кто-то лазит, где-то лазит. Знаете, не сразу разберешь. Ну как в течение буквально двух смен я уже был свой человек. Я пришла 1 марта 32 года. При мне и первая тысяча, и вторая, все мобилизации комсомола. А особенно запомнилась массовый приход, массовая мобилизация в счет 10 тысяч комсомольцев московскому метро.
Уж каких таких девочек мне присылали, смотришь, вот так вот. Я же мать, я вижу, что ей нету возраста, чтобы она под землю спустилась. С косичками. Нет, тянется туда. Вот эту Тоню возьмите же. Ей проходка, видите ли, нужна. Только проходка, больше никуда. Ну, я страха никакого не чувствую, когда спустилась с тобой. Меня просто послали на проходку. Я и не имела больше никаких желаний, кроме как работать действительно на проходке. Быть настоящим шахтером-проходчиком. Тот период остался у меня как бы одним днем, что ли, добрых и щедрых людей, добрых друг другу и щедрых государству. Потому что никто из нас не задумывался, сколько нам работать часов надо в шахте, и будут ли нам платить зарплату. Когда я пришла в бригаду, я прежде всего задумалась над тем, что я девушка. Мне надо показать, что я сильная, что я не уступлю мужчине в труде. Это так и было. Характер был такой. Вот еще для меня священное метро тем, что за первой вагонеткой на скатку меня сперва поставили. Я оказалась рядом с таким простым, курносым, очень веснущатым парнем. Я была так не совсем довольна, думаю, не могли поставить какому-нибудь красивому мальчику. 59 лет, мы поженились, у меня теперь дочка, он погиб. Новый год встречали, тоже в шахте. Стоишь это ночью и слышишь звонки вагоновожатого. Это было так интересно. Мы встречаем в шахте Новый год, а люди уже с Нового года едут домой. Даже сейчас, вот собрались мы старики, каких только национальностей у нас здесь нету. И грузины есть, и армяне есть, и русские, и татары, и евреи, и украинцы. Это действительно многонациональный коллектив. Река Чечора, которая проходила поперек нашего туннеля, она во время летних ливней разрывала коллектор и вся уходила туда. В течение нескольких минут котлован затапливал. Мы начинали откачивать в течение уже недели, иногда и больше. Как там ребята самоотверженно работали. Они лежа на спине забивали эти последние кусочки. А кессонщики действительно, это же были просто, просто герои. На каждом шагу там встречали герои. И были случаи даже такие, когда там на лесах девчонки засыпали, значит, на руки возьмешь ее в клеть, и она проснется в душкомбинате. Утром просыпается. А как я сюда попал? Да вот так, она третьи сутки на земле. Таких случаев было много. Пришел я, юноша, и сейчас уже в возрасте таком, но если я проживу еще, как говорится, дай бог 50 лет, больше не надо. И я бы не ушел с метростроя, работал. Привык я, ну не могу я без метростроя. И даже вот у меня сейчас сын тоже пришел с армии и работает на нашу. Я спрашиваю, Юра, как? Ничего, хорошо. Первый сбой, это праздник, дрались, кому биваться, вот это в кино снимали эту сбойку, караулили ее. Кинооператоры не выходили, по-моему, трое суток. Вот-вот собьется, вот-вот собьется. Слышно молотки. Слышно молотки, слышно с той стороны голоса. Трое суток сидели, чтобы заснять этот момент, когда рушится порода, и руку можно друг другу протянуть. И вот как радовались ребята сюда-туда. Знаете, он как-то стукнул по грунту, и у него лопатка туда улетела. И тут закричали, ребята с бойкой сразу оттуда, отсюда прибежали и пошли обрушивать этот самый грунт. У нас таким образом тоже прям, ну, буквально братами прошло. У меня своя колонна есть. У каждого была своя колонна, которую он полировал, мраморная колонна. И до сих пор и дети мои, и теперь уже внуки знают, что это мамина колонна, вот это бабушкина колонна. За этими плитками, там, где мы работаем, ведь есть живая душа. И прикоснешься к этому мрамору и чувствуешь, есть свой труд. Это была бесконечная, неописуемая радость. Первый поезд под землей, все радостные, воодушевленные все. Нас посадили в первый поезд. Это была сказка. А потом вот мне довелось поездить по станциям, когда первые пассажиры ездили. Ну, народ был просто восхищен. Некоторым
откроет рот и не знает, что сказать. То есть как? Уже выходить? Как? Ведь я только что в Сокольник сел, и уже парк культуры. А какие дворцы? Ведь здесь же можно балы устраивать. В 31-м была заложена первая шахта. В 34-м пошел первый поезд. Они построили всего 11 километров. Но за 40 лет от этих 11, как от ствола, побежали ветви. Разрослись по всей стране. Ленинград, Киев, Тбилиси, Баку, Харьков, Ташкент. За строительство первой очереди метро московский комсомол был награжден орденом Ленина. Что сохранилось нам от тех далеких, трудных и славных дней? Какие свидетельства оставила нам история? Песни, похожие на боевые марши, эти редкие немые кадры кинохроники и прекрасное, лучшее в мире метро. Начало смены. Идет инструктаж. Познакомились, да? Вот там есть инструктаж в отношении второй скобы тупика. Какие есть вопросы у вас? Объясню. Да все здесь понятно. Еще инструктаж по технике безопасности. Как, Василий Антонович, с ним познакомился? Да, познакомился. Ну и что там есть хорошего? Через несколько минут они поведут поезда. Руки их привычно сожмут рукояти контроллера, дрогнет состав и побежит навстречу сумеречная даль путей. Мы едем в метро и не думаем о тех, кто ведет наш поезд. А совсем рядом, впереди, в кабине двое. Машинист и помощник. У одного позади 2 миллиона километров под землей. Он сегодня поведет поезд в последний раз. Другой станет сегодня машинистом и поведет первый свой поезд. Начало смены. Ну, Владимир Васильевич, и у тебя пути. Олег, и тебе также. Твое начало. Осторожно, двери закрываются. Вперед. Да, машинист первого класса, Владимир Васильевич, наш, повел последний в свой поезд. Володя сегодня уходит на пенсию. Сегодня его последний рейс. Через несколько минут он завершится. И свою ручку, как боевое оружие, он передаст молодому машинисту. Олегу. Скоро он прибудет на конечной станции, будут проводы, речи, цветы. Но самое главное, чтобы ему было хорошо сегодня. Как незаметно пробежало время. Кажется, только вчера взялся за ручку контроллера, и вот последний рейс. Завтра проеду уже пассажиром, в вагоне, на мягком диване. И повезет меня Олежка Комаров. Хорошо им, молодым.
Войны не знали. Школа, пионерские лагеря. После армии в техшколу. И на тебе, готовый машинист. Станция. Тормоз. Станция Смоленская. Следующая Арбатская. 9:30. Вперед. У меня все по-другому. Самое лучшее в жизни это здесь, когда веду поезд. Хорошее дело водить поезда под землей. Олег радуется, конечно. И хорошо, что радуется. Доедем, ручку ему отдам, скажу ему что-нибудь доброе. И начнется его трудовой путь машиниста. Станция Арбатская. Следующая станция площадь Революции. А пока поезд машиниста Машина идет своим маршрутом, движение его обеспечивает сложнейшая система всего метрополитена. В сутки на трассах московского метро работает 7340 поездов, 225 эскалаторов, общей длиной 30 километров, 91 станция. Московский метрополитен перевозит за день 4,5 миллиона пассажиров, а за 38 лет 30 миллиардов. Час пик. Это самый трудный момент в работе метрополитена. В эти часы по переходам только центральных станций проходит более 1 миллиона пассажиров. Частота движений поездов по Горьковской линии 44-45 пар в час. Интервалы между поездами меньше минуты. Самый трудный момент в работе метрополитена. Но скоро час пик перестанет быть проблемой. Строится центральный пересадочный узел. Краснопресненск-Ждановск диаметр возьмет на себя основной поток пассажиров. Метрополитен совершенствуется. Увеличивается скорость и безопасность движения. Вводится автоматическая регулировка скоростей. Автоматическая система вождения. Растет мощность тяговых подстанций. Наше метро набирает скорость. Мы рассмотрели с вами некоторые вопросы проектирования Рижского радиуса от станции ВДНХ в Свиблово-Медведково. Нецелесообразно было бы рассмотреть нам второй вариант размещения депо тем, чтобы не затрагивать дорогую территорию, которая может использоваться под жилое строительство. Безусловно, предполагаемый вариант расположения депо в районе зеленой зоны, вблизи автомобильной кольцевой дороги, даст определенный экономический эффект. Мы избавимся от значительного количества перекладок подземных коммуникаций. Да. Александр Ильич, вот вы как главный архитектор, как вы считали бы? Ведь тут выгоды очевидны. Очевидны потому, что в зоне нового радиуса метрополитена освободится ценная городская территория. Но в то же время этот район Медведково в какой-то мере уже сложился. Потребуется... Таким будет московское метро через год, через 10 лет. Будущее его здесь, в чертежах и макетах, в спорах и смелых решениях. Его пока что можно опровергнуть, можно доказать и утвердить, его предстоит строить. Здесь, глубоко под землей, с обоек идет постоянная работа. Московские метростроевцы прокладывают новую трассу, новой технику. На участке 8-го строительного управления работает уникальный проходческий щит пресс-бетон. Он идет непрерывно вперед, толще земли, и одновременно создает монолитно-бетонные стены туннеля. 40 патентов на оборудование щита пресс-бетон закуплено Соединенными Штатами Америки, ФРГ, Англией.
огромная экономия средств и главное человеческого труда. Вспомните рассказ ветерана метростроевца. Там идет светопредставление. Сразу и не разберешь. Иным стал труд проходчика. Он требует знания науки и техники туннелестроения. Сегодня на щите работает бригада проходчиков Мюда Алексеевича Волкова. Это и ветераны, но в основном молодежь. Как и 40 лет назад, метрострой – всесоюзная комсомольская стройка. Щит идет вперед. Он уже проходит 4-5 метров в сутки. Это большая скорость. Сейчас трасса подземных магистралей 141 километр. К 1975 году будет 168. И откроются двери еще 19 станций. Короткое ночное окно от 2 до 5. Многое надо успеть проверить, исправить, промыть. И так каждую ночь. Короткое ночное окно от 2 до 5. Многое надо успеть, чтобы поезда пошли точно по графику, чтобы каждое утро метро
встречала москвичей таким же, как в первый день своего рождения. Нашему метро уже 40. В 31-м были заложены первые шахты. В 34-м пошел первый поезд. Большая героическая история. И каждый сегодняшний день — новая ее страница. Москва строится, метро устремляется дальше. Thank you.